Первый вопрос включить. Почему у нас такое двойственное отношение по вопросу, прекращены бомбардировки Грозного или не прекращены в соответствии с моим решением обслуживания и так далее. То есть такой, поскольку это прозвучало на весь мир и вся Россия знала, есть информация, что не прекращены. Я хотел бы в этом плане абсолютно четкую информацию министра обороны. Я не знаю. Не знаю, может быть, это уже и мелочь. Плохой физиономист. Борис Николаевич был достаточно лаконичен. Я могу только сказать, что мне его лицо показалось озабоченным, временами очень недовольным. Недоволен он был моей позицией, недоволен он был всей ситуацией. Чему тут радоваться, понимаете? Народ имеет право на ошибки. Народ может...